друзья, следующая композиция поется от лица паренька, который спокойно смотрит на то, как с его девушкой танцуют другие ребята, потому что он любит смотреть. Little breath.
виновнику торжества 71-му году, когда вышел альбом «The Who». Кузнек на обложке, бетонный столб, 4 мокрых пятна на нем и участники коллектива, застегивающие штаны. Написано «Кто следующий?». Мы сыграем несколько композиций с этого замечательного альбома. Он на самом деле должен был быть рок-оперой, но не срослось, а что выросло, то выросло. We'll be right back.
про сделку.
Спасибо, друзья. Да. Ну а сейчас лирическая композиция, авторство которой многие приписывают группе. Группа, песня группы Limp Bizkit сейчас будет, друзья. Да. А песня про то, что полюби меня плохим, хорошим меня любая полюбит. Следующая песня о двух братьях-тинейджеров, которым так не терпелось стать взрослыми, что они решили сделать себе татуировки, татухи. Вот такая вот маленькая грустная песня. Just couldn't understand.
Неподготовленных зрителей. И все знают, про что The Who сочинили первую в мире рок-оперу, которая называлась и называется, собственно, Томми. Про паренька, который, несмотря на то, что ничего не видел, не слышал и не умел говорить, освоил пинбол. Ой, да, я его не написал. Итак, песня «Pinball Wizard».
Спасибо, друзья. На самом деле, спасибо Алексею Богоевскому, что пригласил нас. Мы кайфуем. Нам классно. Надеемся, вы тоже. Скажите, друзья, нас хорошо слышно, видно. Отлично. Следующая песня как раз про это. Heal me,
песней Кирилл Гудков. И, конечно, наш сегодня исполняющий обязанности Пита Таунсенда Сергей Виноградов. We can get around.